Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 266. Рассуждаем. Не складывая дроби, сравните с числом 10 сумму. Дан образец. Сумма 8,65 и 0,936. Складываем целые части. Так как у нас 8,65 ближе к целому числу 9, то есть складываем 9, и 0,936 ближе к целому числу 1, складываем 9 и 1, а это равно 10. Значит, так как мы взяли с избытком, то наша сумма изначальная будет меньше, чем 10. И второй пример. 7,31 и 3,28. Берем целую часть. 7,31 ближе к 7, то есть берем с недостатком 7 целых. И плюс 3,28 тоже ближе к 3. Берем с недостатком 3 целых. 7 плюс 3 будет 10, но так как мы взяли с недостатком, значит изначальной десятичной дроби будет больше, чем 10. Итак, аналогично рассуждаем. А. 4,79 ближе к 5, то есть берем с избытком первое число и плюс берем с избытком второе число целое. 4,538 тоже ближе к 5. 5 плюс 5 это 10, но так как мы взяли с избытком, то наша изначальная дробь будет меньше, чем 10. Б. 6,124 ближе к 6 берем с недостатком 6 целых, то есть берем меньше, чем наша дробь. Плюс 4 целых тоже с недостатком берем меньше, чем наша дробь 4,001. Это равно 10, но так как мы взяли с недостатком, значит наша изначальная сумма будет больше, чем 10. В. 2,901 ближе к тройке, то есть берем с избытком. Плюс 2,809 тоже ближе к 3 целым, то есть берем с избытком 3 целых. И плюс 2,999 берем с избытком 3 целых. То есть мы взяли с избытком, получили 9 целых, соответственно, наша сумма, даже взятая с избытком, будет, естественно, меньше, чем 10. Так как она будет меньше, чем 9, естественно, она будет и меньше, чем 10. И Г. 4,356 берем с недостатком, так как ближе к 4. 4 целых плюс 3,05 тоже с недостатком, 3 целых. И плюс 3,204 тоже с недостатком, 3 целых. Это равно 10. А так как мы брали с недостатком, то есть эта сумма еще больше, чем 10. То есть наша сумма больше 10. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.